Сквер имени Полины Осипенко – одно из шести общественных пространств, обновление которых ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Запланированные работы удастся завершить на несколько месяцев раньше установленного контрактом срока. Он должен был закончен быть до конца года, но мы видим, что готовность 90%. Осталось установить еще несколько там малых архитектурных форм, детскую площадку, уложить профильное покрытие и доделать спортивную площадку. Сейчас люди еще подошли, попросили там немножко доработать на спортивной площадке там некоторые элементы, чтобы удобнее было заниматься. Основная же и самая сложная часть работы уже позади. Смонтирована система полива, практически завершено мощение аллей и тропинок. Проведено и налажено освещение, установлены лавочки. Посещать сквер местные жители могут уже сейчас. Поскольку время до сдачи объекта еще есть, ранее было принято решение дополнительно благоустроить прилегающую территорию перед памятником Полины Осипенко. Соответствующий проект уже разработан. Вот памятник. То есть предлагаем здесь также такое же использовать покрытие брусчаткой. Значит, это суд, сейчас передается на пользование. Здесь делаем доску почета, соответственно, по вашему поручению. Одну, и там будем говорить, действия района, другую будет там историческое. Отдельное внимание губернатор уделил выполнению и других своих поручений. Ремонту дорог вокруг сквера и сносу ветхого здания детского сада. Его демонтаж уже начался. Это такое было угрожающее здание, там асоциальное. Оно как раз рядом с остановкой, где дети собираются, чтобы сесть в автобус для подвоза в школу. Поэтому комплексно здесь вот район приводим в порядок. В завершение поездки Михаил Развожаев проверил работу избирательного участка номер 185, расположенного в селе Осипенко. Там, помимо голосования за новый созыв Государственной Думы, состоялись выборы районных депутатов Качинского муниципального округа. София Драговоз, Севинформбюро.